А не смейся, женщина. Ассаламу алейкум, брат. Чуть не сказал гамарджоба, правильно? Ёшкин кот, ты шо, Марат? Шикарный вид. Ребята, это не Алина Маршал. Алину Маршал я попозже одену. Спасибо огромное, не знаю кто, но вот от всей души с огромным уважением. Для вас. Такую подарили, мама дорогая, одежду, что я был в шоке. Я на привозе, я тогда думал, лягу, короче, от радости, меня эмоции зашкаливали. Короче, как там? Ассаламу алейкум, брат? Да. А ты что должен стать? Алейкум ассалам. Вот тебе на, эх ты. Так вы готовились, ребята? Нет, все спонтанно. Короче, Маратик, что мы сегодня с тобой приготовим в этом чапан? Да, сегодня у нас раз чапан, значит, и блюдо узбекское. Будет сегодня мастава. Мастава. Называют его еще жидкий плов по-другому, но это будет очень вкусно. Ребята, смотрите, редко кто знает это блюдо, но оно безумно вкусное. Ты шо, ёшкин кот, как с таким мясом это может быть не безумно вкусно? Это яблочко? Это здесь... Это кусок яблочка и кострец. И кострец. Ай, кострец тебе сегодня будет. Кострец. Оператор. Что, Серёж? Идёт мне тюбетейка? Тебе все идет, под лицу все к лицу, блин, знаешь? Я что хотел сказать, иди сюда, давай людям представим, кто сегодня в главной роли. Я тебе говорю, так, мясо я убрал, чтобы мухи не видели, будет картошка, эх ты, помидоры, перчик. Блюдо, Марат говорит, будет острое, много лука, твой любимый курдюк, чтобы ты в обморок мне не падала, зелень, кабачки, казан. Кабачки тоже? О, кабачки не надо будет, ладно, я тебе вместо хотел сказать. Картошки можно репу или... Маргеланскую? Маргеланскую. Вчера были на привозе, ее пока нет. Я тоже сегодня смотрел, нет. Но обещают, что будет. Картошка. Скажи мне, обчак идет сюда? Чак идет. Мама дорогая, красавчик. Я что хотел сказать, и сразу, Витя, огромная благодарочка, слышишь? Такой подарок пригнал, я еще не видел. На почту заехали, запечатанный сургучом, ты понял? А ну-ка. А ну-ка. Я думаю, что сегодня обчак понадобится мне только, чтобы распечатать посылку. Ребята, благодарочка всем, кто нам присылает вот такие вот... Поглубже. Блин! Эй, поглубже, брат, то другое. Это... Ты шо, заклеили? По-настоящему? Упаковали, Сережа. Да. И шо это, а? Ножницы. Андрей Осачий. А ну-ка. Хорошая визитка без... А нет, даже номер телефона есть. Ребята, ну-ка, наведи пожирнее. Угу. Андрей Осачий, сейчас посмотрим, что нам прислал. Не, я так понимаю, что это... Ух ты, блин! Изготовил Андрей, а подарил Витя с Днепра. Ты шо? У тебя, наверное, за всю жизнь столько подарков не было, Сережка. Балдеж. Ну да, спасибо нашим подписчикам. Я вот в свои 40... Сколько мне там? 50... До сих пор себя чувствую ребенком. Ёбы ВГД. Ты шо, именной с номером? Шкира. Короче, марка всего. Ох, какой красавец. Ручная работа. Марат, конечно, я думаю, что это все эти пупырышки руками выдавливали. А ну-ка. Ох, какой плотненький. Маратджан, а какая... Катюша, посмотри, как идеально красиво сделано. Ты шо руками? А толщина какая? Угу. Интересно. Это интересно. Что? Фу, на, потрогай. Это нож? Ну, я понимаю, что нож. Имеет а как название? Называется? Да. Аккуратно, может быть, острый. Он острый. Да? Он легкий. Шикардос. Давайте, Марат, вы без этого так, кафтана. Чак, извини. Брейте волосы, как там обычно. Не, проверяют? Не. Ребята, сори, пардон, короче, у нас в Одессе очень жарко. Не знаю, как там в Узбекистане, тоже говорят, жарко, да? Да, жарковато. Надо чай пить зеленый просто. И не шевелиться, да? Сидишь, аккуратно и пьешь. Да, все, и давай. Самое главное. Короче, мы когда приготовим, я еще раз одену, сяду и буду проверять, как это чудо работает. Ты что, ну зимой мы, ты же понял? Я теперь только в этом буду исполнять. Ну, что касается риса. Можешь поносить один раз, на паспорт сфотографироваться. И что, ты хочешь еще одно гражданство? А у вас там в Израиле не против? Нет. Все, тогда, братик, от всей души с удовольствием. Давай, понеслась. Поехали. Ужарился?
такое, слышь, ушел, теперь шикарный вид. Я же забыл поздороваться, ну, ассаламу алейкум, я сказал. А теперь, друзья, всем привет, с вами Дискрип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, я вам сейчас что-то покажу, вы кайфанете, ой. Смотри, седой. Катюня, это просто Марат. Подальше от продуктов, смотри. Сережка, что ты делаешь? Он бреет руки. Что, себе депиляцию сделал? Ты что? Вот это да! Марат, вот это машина! Я так и сразу понял, я потрогал и понял. Ёбэ ВГД! Что тебе побрить? Надо что-то? Он же сказал, что ему волосы пригодятся. Блин! Вот это агрегатище! И как же так заточили, я даже кромки не вижу, настолько ювелирно. Все, я сегодня с лысой рукой выступаю этим ножом, короче. Марат Джан, так, волосня отлетела. Говори, как мы мясо нарезаем? Кубик. Вот такими маленькими кубиками и кусочками? Все, нарезается так. Шикардос. Это что, телятина? Это телятина, да. Нифига себе, Марат. Какая красивая. Да, очень красивая. Почем мясо на базаре нынче? Вот это по 150. Угу. Телятина по 150. Ну, нормально. Но это задней части хороший кусочек. А где брал, у Катюни, нет? Нет. У Катюни не было такого мяса. У нее была шея и антрикот, она нам не очень здесь подходит. Так, понял, тебя услышал я. Мостова, говоришь, да? А там же есть еще секретный ингредиент. Йогурт, правильно? Не йогурт. Вообще нужен катын. Гатык? Катык, да. Катык, гатык, мацони? Катык, можно мацони. Ага. Ну мы мацони искали и аккуратненько не нашли. Может, кто знает, в Одессе напишите адреса, где брать. Ну, у нас есть йогурт хороший, настоящий, греческий. Да ты что, Марат Джан, а ну слышишь, я первый раз. Мама дорогая. Режет? Да он не режет, он просто шьет. Супер. Смотри, я даже не давлю. Вот это да. А удобный какой, малыш. Ты что, я его уже люблю? Больше, настоящий агрегат. Больше, чем меня. Да ты здесь при чем? Хочешь, побрею тебя? Нет, благодарю. Так, Катюня, ты что такое спрашиваешь? Конечно же, люблю. Особенно, когда ты мне ножи даришь. Марат, это просто, я даже не знаю, что-то из ювелирной мастерской. По-моему, даже мне хочется попробовать. Таким, Катюшечка, это очень опасно. Прикольно. Дай потрогать, ты обалдеешь. Это Витя говорит, парнишка из Ирпеня. Вот такие вот шедевры создает. Делает ножи, да? Да, да, да. Сказал познакомить, так что все будет нормально. Уже хочется посмотреть, какие там у него в ассортименте есть ножички. Хотя ножичков много не бывает, да? Это точно. Катюня не понимает меня, когда мы на привоз приходим к Сереге. А я все равно люблю. Да ты шо, блин. Во, совершенно верно, люди подсказывают. Видишь, ножей много не бывает. Мало, мало, мало и мало, да? Штук 60. Морочка. Да, ее никто не видит, а она есть, да? Дайте кормящей матери мясо. О, товарищ мамаша. Сейчас даю. А ну-ка. Скажи, пока не попросишь. Иди сюда. Ты где так показывала? Я не могу наклониться. Смотри, там два маленькие ёськи, ёлки-палки. Короче, ну одного забирает Игорь Копченый. Мы еще не поняли, какого. Мальчика он хочет. А если две девочки, он сказал, заберет того, кто первый попробует мидию копченую. Вот кто съест, тот настоящий одессит. Ох, жук какой, ты видишь? Мурка, вкусно тебе? Ты жука видишь? Да вижу, у нас настоящая природа. Какой красивый. Слышь, может, это третий Муркин? Сиську ищет. Здорово, это майский, что ли? Не, а там он без рога. Она на него не реагирует? Может, растет у него рог. Ты что, Катюша, я с таким мясом я бы тоже забыл. О происходящем.
Кушай, кушай, девочка. Что, Марат, мяско мы с тобой уработали, лучок вот так вот четвертью? Четверть, да. Все, а я сейчас займусь курдюком. Вот такие три слайсика хватит, да, нам? Да. Мы опять сделаем такую постельку нежную? Не-не-не, мы будем выжаривать. А, именно на шкварочке? Угу. Договорились. Так, курдюк на базу. А, так я шкварками нарезаю, получается. Верно? Кубик, да. Все. Шкварочка. Говорит мне, иди что-нибудь сними. Там Костя пришел. Я с ними разговариваю, общаюсь. Они нам яхту готовят. К нашей картине, короче. Ребята, вы как сиамские близнецы. Смотри, даже обувь у них одинаково. Саня, о, одень ему, одень ему. Не, Костя одень. В твоей тюбетейке. Да не тюбетейке, одень Косте на голову эту штуку. Не, у меня есть, мне не надо. У меня крутая. Да, это у тебя круглая, у меня праздничная. Для команды. Сегодня же праздник, мы готовим остова, ёшкинку, такое блюдо ты не понимаешь, жидкий плов. Вас такого в Харькове не готовят? Будем пробовать. Попробуем. Еще и с мясом, ты понял? Ёшкин ты кот, эх ты, ножик. Катюня, слышишь? Пипец, короче, маленький. Да удаленький. И агрегат, чтобы ты понимала. Хорелок называется, знаешь? Да? В простонародье. Ага. Смотри, ну блин, ювелирнейшая работа. Прям масло, да? Да. Ребята никак не могут к нам просто заехать пиво попить. Все время им так есть, что делать. Так вы все время нагружаете. То полку так а что повесить, у них инструменты импортные, елки-палки? То сушилку повесить, еще и работают качественно. Почистить. О, мне звонят, Сереженька. Иди. Иду. Отвечай. Ай, свежий, ароматный. Короче, маратик – это блюдо вот такое же ювелирное, как и мой нож, да? Вот все нарезали кубиками. Морковка, картошка, помидоры. Чем-то напоминает, как вначале мы делали лагман. Ой, подожди, что я хотел, дай понюхать. Ленины? Леной пахнет. Леночка, чтобы вы нам были здоровы, целую ваши помидоры. Целую ваши ручки через помидоры или короче. А, ну бесподобный аромат. Эх ты. Жалко резать было. А мы аккуратные любя, да? Что там? В Узбекистане есть гора, там готовят мастова. Много мяса, лучший рис, получается на бис. Та-да-да-да-та-та-та. Я поджигаю? Поджигай. Ну давай, эх ты. Что там, все открыто? Самое любимое Катина действие будет происходить. Не, главное, чтобы не воняло. Я сегодня мало бумаги всунул, все будет нормально. Не, я про курдюк. А, ты про это? Это тоже ты ж покажи людям, смотри, ребята, короче, все мелко нарезано, включая курдюк. Курдюк на холодный казан, чтобы он не жарился, а аккуратно вытушивался. И чуть-чуть водички. Водички подлили. Все, сейчас казанчик наш начнет купаться. Ох ты! И нежно-принежно готовить мастава. Дым пошел? Нет, еще. Заводится, заводится. Ай, дым опять сюда? Ветер сюда? Нет. Катюшка, ну будет нормально, если не переживай. Что, прятаться? Слышь, ребята, Костя здесь рядышком, если что, они быстренько трубу еще одну нарастят, да. Куда-нибудь в космос туда. Не-не, все хорошо. Все процесс пошел. Чирки готовы. И что, стоим, ждем? А ты давай не мне сразу, людям медленно расскажи. Потому что многие ребята наши повторяют рецепты. Спасибо огромное, если ты еще не повторяешь, но собираешься. Вот тебе Одесса, Инстаграм, Липован. Вот туда пиши и... Да, я договорю. Ладно, говори. Все просто. Тут как бы на килограмм мяса 400 грамм моркови, 400 грамм картошки, 400 грамм лука и 300 грамм риса. Ага. Сама технология. Курдюк, следующее что? Ну пусть смотрят, ты прям хочешь все сразу же. Нет, ну люди по-любому будут смотреть, ну елки-палки. Ну если те хотят записать потом, рецепт, понимаешь? Потом лук, я упрощаю. Потом морковку, потом воду, потом помидоры, картошку. Кстати, помидоры мы будем закладывать сегодня в кислую среду именно. Ага. Чтобы картошка долго варилась. Чтобы не разваривалась, она же у нас мелкая. Да, не разваривалась. Ну ты же говоришь, что здесь момент допускается того, что нет-нет, да и пусть разварится, да? И получится он такой себе как густючий немножко. Густой, да. И потом рис. И потом рис. Все? А кушать со сметаной там, да? С йогуртом. С йогуртом. С подсолнечным, с йогуртом. А я думала, что вы туда будете это вмешивать. Не, а вот это вот и есть маленькая интрига. Как подготовить йогурт перед подачей. Встали и рассказали все.
Да это еще не готово. Куда ты торопишь лошадей? Она хочет уйти просто, наверное. Не, я никуда не хочу. Все рассказали и все. Я сегодня вся Сережкина. Сережкина? А у нас до речи потерял. Так я до тебя опять курдюк одену. Ой, курдюк, кафтан, чапан. Правильно? Да. Давай. Давай. Такой хороший лежит там. Тепленько ему. Ему и тепленько, и вкусненько. Мурка только что говядины наелась, слышишь? Молочко у него прибыло, и давай кормить своих детей. Да ты что, боже мой. Наши котята, махонькие ребята. Она приличная кошка, всего двоих родила, говорит ребята. Да нормально, слушай, она то, что 6, то двое, ее не поймешь. Ну да, что вы там выстроились? Гостей встречаете? Нет, тут ребята занимаются ювелирным делом, короче, понимаешь? У нас теперь еще, походу, яхт-клуб образовался. Ребята, господа подписчики, опять же, я не знаю кто, но кто-то нам прислал вот такую кучу интересных флагов. Если вам нужен муж на час, то звоните Косте с Сашей. А что звонить? Вот тебе сразу я телефон оставлю. Ребята на все руки мастера. Они, правда, не рассказывают об этом. Говорят, что они только кондиционерами. Все рассказал. Да они эти умеют все, елки-палки. Я же говорю, кстати, там... И инструмент хороший. Шо? Еще просили показать, как у вас обстоит дело с художеством. С картиной маслом? Угу. Ну вот тебе накидали там карась, сушится с трусами, все как у нас. Ага. Там и ухуел, и Муды Бейцел есть. И тетя Соня он стоит. Сейчас скоро флаги будут. И флаги будут висеть. Ты что, лучшее место в городе Одессе. Ты как будто бы... Говорить не умеешь, да? Он Марат услышал. Да нет, я два раза сказал спасибо. Специально для тех, кто... Не в курсе. Тебя касается оператор. Угу. Спасибо огромное за флаги. Так и передашь. Хорошо. Эх ты. Эх я. Сережка, смотри, это тоже играет. Что, тоже играется? Да. Так его Изя научил. Лучик, тебе здесь нравится? Это наш домашний кеннер. Да. Ага. Повесили, да. Дома не игрался, слушай, а я тебе говорил, ну неси да, ты чудо грустил. На природу, елки-палки. Все время на работе. Ты что, искупался, смотри, какой мокренький, перышки еще себе не подсушил. Как они, ребята, начинают петь вдвоем, это хор имени Липован, пипец. Ты что? Давай идем, будем готовить, может споют. Я все-таки... Добрался, короче. Добрался, перетащил эту клумбу, у меня она в машине, я сейчас подгоню тебе. А, ну, прямо аж так? Ты что? Да. Спасибо, братик. Это самое, и там, ну, короче, посидим, потом я еще... Хорошо, добро. А ты можешь прямо по аллейке вот так вот на машине сюда подкатиться? Да, да. А потом аккуратненько на водичке обратно. Спасибо. Катюня? А. Слышь? Слышу. Шалави. Катюня, вот она тебе, да. Спасибо. Спасибо. А? Шкварочки, какой аромат баранины витает в Одессе маме. Все думают, что это в Узбекистане. Не обожги меня, Сережка. Там вода уже. Катюшка, я любя, да. Обожжешь любя? Нет, спасибо. Воздержимся. Что, Маратик, закуска первая готова уже? Да, а? Я вот думаю, куда выложить ее. Куда? У меня есть мисочка. Есть, да? Ну да, сейчас я сделаю, сейчас будет рокировочка, миска, какие-то будут освобождаться, какие-то заполняться. Ты же не сказал, что там еще должна быть аджика. Это блюдо не идет, это в тарелку. Ну все равно же идет. Идет. Ну... Острая и не очень. Да. Вы сегодня купили? Да. А сколько стаканчик выпил? Обязательно. Вот, это традиция. Я вообще иногда даже два. А мы вчера подошли, аджику не купили, но по стаканчику сока гранатового за все здоровье. Эх ты. Выпили. Моя очень мама, вкусно. Когда идет на базар, когда у нее есть такая возможность, она тоже всегда выпьет стаканчик. Стаканчик сока? Угу. Ребята, соблюдайте традиции. Это свежий витамины. Гранатовый сок, конечно, елки-палки. Как там, красные тельца? Ага. Пригодятся слегонца. Okay. Что следующее? Мяско. Немножко добавим маслица. Угу. А блюдо, говоришь, готовится из баранины? Из баранины. Ну, из телятины тоже готовят. Но самое главное иметь вот такой шикарный курдюк. Да. Я сколько на вас смотрю, так я понимаю, что главное иметь вообще все время шикарный курдюк. А еще пару лет и научится, все будет хорошо.
Так, да-да-да-дай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 . Невелика у тебя мисочка, Сереженька? Для курдючка? Да. Мы сейчас съедим быстренько. Все будет нормально. Кто бы сомневался. Тут не миска, тут и ты видишь, какая шумовка богатая. Посолить, кусочек черного хлебушка. Раз, два и готово. 50 грамм водочки. Лучка. Лучка. А, еще лучка. Ох, какой аромат. Теперь, да? Маратжан, я наливаю масло. Я сам сделал. Это нижняя часть. Хорошо, а мне что, яйца держать или что? Папа, тебе ничего? А, я понял. Я понял. Ты что, ну давай делай красиво где-нибудь. Ага. Вторая часть. Человек сам клумбу сделал. А помнишь, мы гуляли по Вливозу, парнишка подходит, пошли по вам, я скоро буду. И таки был. Чудеса. Ты за рассадой беги, что мы туда, гортензии посадим? Ох, было бы неплохо, но они не будут расти, наверное. А чего нет? Ну, не знаю я чего. У тебя же в вазе растут? Смотри, какие красивые. Ага. Изя запел или лучик? А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Изя. Или ты лучик? И не теряет бодрость духа никогда. Да, я... Эгей? Эгей. Эх ты. Половину, да. Ты что, прямо вот так вот на стенке? Да, на стенке тоже. Чтоб жарилось. Ох ты что, порядочно шкварчит как. Осторожно. Катюня? Выступают каскадеры, поэтому все должно Ого! Быть хорошо. Все. Еще чуть-чуть, вот, как раз да будет нет, половина. Я там клумбу увидела просто. Где? Офигеть. Ох ты шо! Крутая какая. Вот это бокал. Дай, оставляй, договоримся, да, сейчас куда-нибудь завернем тебе. Да, это ты дал. Ничего давай, себе. Ёшкинко, ты не портишь, ты дополняешь. Давай я сюда положу. Вот короче, сюда. Вот это вот стояло, ждало, не мог тебе заехать домой. Вот это ты дал. Что это, из пломбира сделал? Взял, купил в эпицентре обычный горшок для цветов. Ага, ага. Залил в него бетон, а сюда ведро вставил, оно всплывало. Ну, короче, там целый процесс. Короче, наигрался? Ну, как наигрался? Карантин был, сидел дома. Все, я понял. Ну, такое, это вам чисто вот... Спасибо пробу, большое, чтобы... красота спасибо какая. Огромное. У вас временем она... архитектор Мендисабаль, елки-палки, ты что, красава, благодарочка? Да. Руки в мясе, да, ты что? Сейчас тебе еще покажу, чем я занимаюсь, как на видео, ну такое. Все. Будет интересно. Спасибо, братик, от души благодарю. Да, все, не отвлекаю. Катюня. Спасибо большое. Шо? Марат, а не хочешь в этой клумбе что-то приготовить? Можно. Или можем предложить как ночную вазу? Да ему не надо, он нормальный еще. Смотри, что он делает. Я тебе, Сережка. Что ты сразу же за Марата, я не могу понять. И опять на стенку. Ох, Маратик. Ага. А, вон оно уже там поджаривается. Ты шо, да. Ага. В Турции такое блюдо каурма называется, да? Да, наверное. Да, вот такое мелкое мясо, они просто обжаривают его в собственном жиру. Ух ты, брависсимо. А вот бульон уже какой получился. Не, ну может ты точно хочешь закусить? Шкварки есть, я посолю, сюда макну лепешкой и все. Сейчас. Не, не торопись, а то мы сейчас скажем, не, и так сойдет. А нам еще готовить и готовить. Эх ты, красота. Катюшка, что там, ослепительно? Очень. Эх ты. Короче, что мы мясо сейчас за два раза выжарим, да? Да. В этом соке. И потом пойдет лук. Морковка, все это будет еще с мясом жариться именно. Не, ну мама дорогая, посмотри какой бульон. Угу. Смотри, это же нектар. Не, ну курдюк, конечно, здесь дело нужное, ну так именно. Запах, а? А, бесподобный, а я уже просто бесподобный. Потребил, ребята.
А он уже и закусил за ваше здоровье, правильно? Да. О, ты что? А я потом? Великолепный. А ты завтра? А то сейчас. А что у меня завтра? Просто завтра. Не понял. Это то есть сегодня нельзя или что? Просто завтра, Сережка. О, пацаны флаг натягивают. Марат, наливай. Марат, посмотри на этот цвет. Да, это сказка вообще, это уже можно есть. Катюшка, смотри, бульон, самый настоящий говяжий жареный бульон. Ёлки-палки. Это уже вторая так, порция? Да, вторая порция, теперь аккуратненько отойди чуть-чуть в сторону. Маратка, лук? Да, весь. Прямо на мясо? Угу. Ай-яй-яй. Огонь на полную. Огонь у нас и так на полную. Что, и еще раз мясо, да? Да. И теперь здесь моя любимая процедура. Мешай, мешай, мешай. Мешай. Все время мешай. Блин, а я говорил, мало будет. Слышишь, нормально получается. Угу. Я просто переживал, чтоб... Не забывай, что тут еще и рис будет. Всем всего хватило. И картошка. А, не хватит, водой дольем. Шикардос. Все время мешать или делать перекуры? Буквально каждые полминуты надо мешать. Все, договорились. Иди покажи, как фаги красиво получились, кайфанешь. Сказала показать, как фаги красиво получились. Фаги. О, а что же вы не погладили? На вас не похоже. Погода погладит. Нет, полетели. Слушай, прям как будто бы сюда мерили, да? Так и есть. Обалдеть. Не, классно. А интересно, очень, вы правильно их повесили? Очень вот красиво. А что значит неправильно? Ну, обычно стоя, ну, не знаю, а у нас лежа. Я думаю, что там есть какая-то технология. Вот она, ты технолог. Ну, я послушаю, люди напишут, умные. Да ладно, Марат, что уж там не снимать. Ты про трусы или что? Запивай. До вечера. Давайте, ребята, спасибо, ждем вас. Ты что, аромат аж ноги трусятся, елки-палки. А Марат говорит, так это еще не пахнет, сейчас мы специи как бахнем, вот тогда будет, да. Специи здесь несложные. Кориандр, зира и перец, правильно? Абсолютно. Вот тебе на. Ничего нового придумывать не будем. Так, перец, хорошая ложечка. Угу. Кориандр прямо с горкой. Да. И еще чуть-чуть. И зиры где-то вот так вот. Да. Немножко. Все, аля-улю и готово. Шо, опа-ча, и готово. Маратик, да? Да. Я же не сильно в хлам, буквально аккуратненько так вот. Да, 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 да. Ты шо, смотри. Мясо уже ждет, просит. Просит прям специи. Все, тогда жди, я уже идет. Мне кажется, уже вот это вкусно. Это да? Очень вкусно. Мараджан, я все? Да, 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 все. Не прямо все специи отправляю. Ух. И морковку вот сверху, это сейчас мешает. Аромат, ё-моё, слышишь? Аж птицы замолкли. Что, ты видишь, морковку уже можно? Да. Добро. Вот сейчас пойдет запах. А мастава как-то переводится? Никто не в курсе? Я не в курсе, честно. Ребята, подскажите, как переводится это шикарное блюдо. А кто вас научил готовить? Все те же. Ага. В армии узбеки? Да, и в Израиле. Друзья с Узбекистана. И вы вот такими казанами готовили? Ну, даже больше. Серьезно? Да. Катюша, у нас детские казаны, я тебе говорил, что надо, ну, такой, литров 60, а может быть 80. Потому что 30 вам литров... Вам очаг придется менять. Ничего страшного. Будет два очага. Правильно? Один Марату, один тебе. Два блюда. Так нам надо два оператора. А вот, кстати, вот то блюдо, что я хочу бухарское сделать, надо второй казанчик. Второй казан? Угу. Ёшкин кот. Какое бухарское? Точно надо расширяться, на стадион уже выходить. Не знаю, как называется. Просто бухарское блюдо. Каша, короче. Каша с курицей. Четыре? Четыре. У них у всех четыре. Четыре, четыре, четыре. Забыть. Я ему напомню. Ой, да я вас умоляю, что вы меня вот этого тоже мне, блин. Папашу из меня делаете, я и так нормальный парень. Самый лучший. Ой, любовь моя, ты тоже у меня.
Это я засмотрелась. Хорошо уже. Снимаешь. А, так самый лучший рецепт или я? Ты. Ты. Все, он за водой меня попросил. Немного тебе. Ты, сердце мое. Давай. Это заливаем? Не весь, оставь литра три. Давай, я хочу посмотреть. Катя, он тебе скажет, когда хватит. Да я понял, ты что-то хотела сказать. Ты в бювет ездил? На зервак сказал. А, да, зервак. А у него что, зервак, что бювет, ну, одинаковые, да? До сих пор, кроме нарезки, все как в плове. Да? Катюня сейчас уже в бювет не ездит, сейчас люди сами воду привозят. Ой, как он поливает, Марат. Я как тот писающий мальчик, слышишь? Да, мальчик. Не знаю, как мальчик, но писающий точно. Скажи, когда хорош. Ну, ржете с меня. Ребят, смотрите, здесь не смотрите, что мы так много налили. Сюда еще пойдет и картошка, и рис. Рис в себя возьмет очень много воды, так что это нормально. Ты же начал рецепт с того, что это жидкая каша или хороший суп. Да. Не жидкая каша. Ой, жидкий плов. Извините. Не путать. Пардон. Ждем, пока закипит? Ждем закипания, да. И можешь уже посолить. А чего же не могу я? Добрый посолить. Не то чтобы могу, я умею. На, Сереженька, я тебе подам. Так может ты сама уже и посолишь? А у меня одна рука занята. Да просто ляпни всю соль туда. Давай, и будет нормально. Я могу. Сахаром подыграем. Видите, Марат, он меня не допускает туда. Даже соль мне брать не положено. Все, закипим. А тебя когда парни в Узбекистане учили, женщины готовили или только нарезали? Женщины вот бухарские только меня учили. А так в основном парни все. Вот когда будешь бухарской женой, тогда и поговорим. Ой, вей. Даже нечего сказать на такую глупость. Думала, чем бы тут тебе спарировать. Да, наверное, нечего парировать. Стой, помешивай свою кашу и помалкивай. Удобно, что здесь как бы прозрачный бульон не нужен. Мешай себе и мешай. Все красиво. Их называют еще красные бульоны. Благодаря помидорам? Благодаря тому, что жарится. А, ну так он и получился. Он такой себе хорошо, такой себе багровый. Прямо как рис девзира, да? Вот такой цвет. Сказочный. Что там у нас, огонь в порядке? И полный порядок, смотри. А, все хорошо. Дым идет. И в правильном направлении. Очень. Сегодня очень правильный ветер. То есть его нету вообще. Естественная тяга. Да. Ну, за тягу. Иди по делам. Марат Джан, смотри. Ай, как красиво. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Не, ну так плов я еще не готовил. Ты шо? Благородная еда. Что там, помидоры пошли? Да. Давай. Еще раз про нюанс этот. Я всегда кладу картошку раньше, чем помидоры. А сегодня мы делаем наоборот. Сначала помидоры, а потом Соответственно, картошку. Делаем кислую среду, да. Чтобы потом картошечка у нас не так спешно разваривалась. Так, и на весь этот момент ты скажи, с рисом такой получается очень тонкий фрагмент приготовления, что чуть-чуть да, переборщишь, будет уже а-ля такой себе не плов. 200 кило, вот на нашу всю закладку, да? Да, то мы есть даем. 300 грамм на килограмм мяса. 300 грамм риса на килограмм мяса. Я его сполоснул, предварительно не запаривал, ничего, рис только хороший. Не надо замачивать, просто помыть хорошо. Все, это таки про нас. Помидорки должны буквально минуточку? Вот сейчас они забулькают и пойдет картошечка. Можешь ее потихоньку сливать. Договорились. Каруза, ёшкин кот. Это он объявляет следующий раунд, ребята. Картошка. Вот так под музыку мы еще раз с тобой не готовили. Ай, Сережка, ну ты что он понатворил? Посмотри. Со своей тут картошкой. Что? Молчишь. А что ты белое делаю? А какое мне? Зеленое одеть? Блин! Вообще уже. Фурику хоть не досталось? Не знаю я. Самое главное. Все нормально. Штаны постираем.
Тут я теперь должна ходить, как поросенок. Очень смешно. Зато тебя сразу видно, елки-палки. Угу. Как будто бы я готовила. Ну-ка, Тюня, ты даешь. Штатив нужен, Марат. Возьмите себе штатив. Говорящий. Я отправил дочке в Израиль штатив свой. Попользуется, пусть вернет. Скажи, сейчас в Одессе нужнее. Ладно, что, чесночок? Чесночок и пару. Сколько? Ты там штучек 6-8, да, добавил? Итальянский тоже сейчас бахнет. Итальянский сушеный, конечно, куда без него. Немножко свежего. В левую руку берите, Марат. Уже поздно. Понятно. Буду опять подмышку снимать, как Сережа говорит. Я вот так. Ой, сейчас хрустнет у тебя где-то в пояснице. Дай сюда, ёшкин кот. Да надо сразу вот так вот. Много не надо, Серега. Ну, чуть-чуть. Все. Это же такой богатый продукт. Два перчика? Два перчика. Один тебе, один мне. Маленький. Так. Ляп. Ляп. Эй, Марат Джан, что? Рис уже могу где-то или... Где-то 30% картошка будет готова, но минут 7 мы побулькаем, и пойдет рис. Ты думаешь, 7 немного? Она же мелко нарезанная. Она в кислой среде, не забывай. Я понял тебя. Вот маэстро, ты понимаешь? Каждый момент загонял меня, чтобы ровно 200 кило было риса. Я там до одной рисинки вылавливал. Ровно 200 кило и получилось. Что, газку придать? Ребята, я уже попробовал. Чуть-чуть соли добавил. И что? Это будет сказка. Древний рецепт во всех традициях? Угу. Эх ты, молодец. Тоненько. Это для чего? Это тоже сейчас пойдет прямо туда, в казанчик. В сыром необжаренном виде? Ага. Слегка приваренном? Угу. Такие все спагетти получатся? Со вкусом чиполлино. До риса дошла. А уже почти до конца все дошло, да, Мараджан? Я отправляю? Да. И с рисом сразу вот этот вот свежий лучок. Да. Я что хотел спросить, слышишь, меня твоя память беспокоит. Как ты все помнишь? У тебя же в усах карта памяти это. Не, ну эти вещи, которые я сделал там раз 5-6 своих. Запоминаются, да? Да, готовка запоминается. Я все другое могу забыть. У меня встречный вопрос. А как ты помнишь, как карася жарить? Карась, он и в Африке карась, елки-палки. Что тут такого? Взял да и пожарил, да? Так и плов, он и в Африке плов. Когда он. Ну это же не совсем плов. Ну конечно. С пропорциями, со всеми делами. Ого-го. Огонек проверь, чтобы хороший был. Хорошо. Сейчас должно побурлить? Ребят, вот я попробовал картошку, она была наполовину готова. Вот в этот момент можно засыпать рис. Что мы и сделали. Да. Ребята, финальная стадия, ёшкин кот. Ты шо? А ну-ка, открывайся давай. Йогурт греческий. Мама дорогая. Вкусняшка, я люблю его, именно этот. Ну, он таки, да, на самом деле вкусный. Ну-ка. Прямо из Греции? Все на базу. Да. Класс. Смотри какой. О, отлично, он должен быть. Ты что, ни сметаны и ни сливки. Я прямо литр сюда выливаю? Да, смело. Давай. Еще не хватит, Сереж? Да у нас еще есть, да. Это мы первую сейчас сделаем заряд. А если не хватит? Это по сколько надо? По ложке, по две добавлять? Или просто есть сколько хочешь? Ну вот как ты больше сметаны добавляешь, чуть больше. Ага, чуть больше ложки. Ага. Прям в тарелку, да? Прям в тарелку, конечно. Ура! Зелень сколько? Вот половину от этой. Половину от этой мелко нарезанной зелени? Да. Тут у нас что? Петрушка, кинза и укроп. Да, укропа совсем чуть-чуть, а петрушки и кинзы пополам. В равных пропорциях. Да. Все. Вот так вот. И самый главный, немаловажный момент, это сколько мне чесночка? На 3 вот так штучки, 4-5. И мы попробуем и сольки сюда тоже сразу. Все, сольку соли, а я завожу чесночок. Блин, маленькая, хорошая, угорелая терка. Смотри. А? Не, ну паштет. Ляп. Дотер. Угу. Вот это заправочка получилась.
красивая. Ага. А Марат говорит, вот так вот добавляешь в этот супчик, в жидкий плов, ложечку вот этой вкусняшки, и сверху на выбор аджика. Не острая и острая. Ляп, капелюшку. Я вот и то, готова. Что у тебя в мисочке прямо ложечкой бы вот этой большой бы твоей бы и кушала. Катюня, оно с чесноком. Ага. Угу. Ты поняла? Так я тебе приготовлю, Тёмуля. Да? Да. Хорошо. Марат, это консистенция абсолютно вот так вот? Абсолютно точная консистенция. Только попробуй на соль, на чеснок. Может, надо... Чего-то добавить? Чего-то добавить или чего-то разбавить, может быть. Если... Ты знаешь, что я когда готовлю, не пробую, все у меня получается интуитивно на глаз и нереально необыкновенно вкусно. Поэтому... Но попробуй. Поэтому... Попробуй ты. О, ложечка маленькая есть? Я точно знаю, что это уже бесподобно. Вот сволочь, даже возразить нечего. Потому что я в себе уверен. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так солил же Марат. Ну все, не, я же видел, сколько он солил. Не, чесночок, зеленуха. Он переживал, что будет много. Угу. Будет нормально. Что у нас там, все уже? Катенька, ну, это ты шо? Тихо, ну замолкните, оператор, пройдемте. Булькает, отлично. Так да оно нужно. Не булькает, оно просто живет своей жизнью. Еле-еле мостова в теле. Слышь, у нас здесь тишина, а площадка уже гудит. Ёлки-палки. Люди сидят уже и ждут, Марат, пока мы с тобой попробуем. Ай-вай-вай, мостава. Ну что, получилось на взгляд? Очень красиво. Порядок? Я надеюсь, также вкусно. Точно жидкий плов? И рассыпчатый, а? Сейчас надо выключить. Не, а скажи мне, опять будут писать, ой, шавлю приготовили, да? Ага. Ребята, все для вас, чтобы они были здоровы. Это вот надо с водой вот это давать? Да. Это подавать. Суп. Суп это? Да. Это считается суп? Ты видишь, какие да. у нас чаши есть? А-а-а. Специально обученные. Так, Маратик, ложечка густенького, да? Угу. Вот так вот? Да, мне хватит. Я вообще-то себе насыпал, ну давай. Давай тебе. А, там Ленка бегунки подбрасывает. Это раз. Сережка тебе. Я с удовольствием себе ляпну. Тебе остренько или тем более у вас есть. Я конечно остренько, давайте ему остренькой. А не, давай по-разному. Не-не, ему остренькой. Он же людям все время остренькое подсыпает. Да, Сереженька? Ну, не стыдно тебе? Нет, чистый, как это называется? Провокаторы или кто? Дезинформаторы? Брехуны, да? Дать вам соус. Я людям остренький. Предлагаю просто, если ага. вы хотите, нет, так у меня есть. Это жичка острая. Отлично. А вот в этой баночке не острая. Ага, вот так тебе. Я за другое, ты понимаешь, что она из меня делает? Ага. Ты хоть кого-то видела, чтобы я руки держал? Бедные люди потом страдают. Ты просто им не рассказываешь достаточно информативно. А, так поэтому надо размешать. А зелень, брат, не надо туда добавить? Хочешь добавь? Мне достаточно той зелени, которая в йогурте. Давай, мне тогда достаточно. Давай, Леночка, не стесняйся. Стою, стесняюсь такая. Блюдо дня опять принесли. Чтоб ты еще и стеснялась, елки-палки. Иди покажи, у нас самая стеснительная срикая принцесса. Ёшки. Ты что? Опять не побрилась или что? Нормальная девочка, особенно баба, ты понял? Особенно баба? Ага. И что? Юшка шикарная, сейчас попробую, сейчас подую и попробую. А я еще не попробовал, это не бесподобный аромат чеснока? С йогуртом. Ох, с этими специями, боже мой, Марат. Горячий. Красиво, слушайте. Это очень красиво. Я смотрю на Марата, ты что, отъезжаешь, постой, еще пригодишься. Вкусно? Еще всем пока-пока говорить. Ой, как это вкусно. А ну пробуй, Серега. Мы так долго все это резали, что я не хочу торопиться, понимаешь? Хочется полюбоваться. Как-то тебе понравится очень. Я уже просто чуть-чуть изучил твои вкусы. Угу. Сейчас буду пробовать, если мне липован даст. Молчит, видите?
как приятно жуется рис. Угу. Да? Отдельно друг от дружки, такой плавает, только бах, попал на зубы. Кислинка вот эта от йогурта. Кислинка бесподобная. Йогурт, ребята, сметана здесь не катит. Она не почему? Кислая, да. Тут кислая должно быть, понимаешь? Ай, боже мой. Мурка, слышь, и что ты будешь? А? Сейчас, подожди, остынет, тебе тоже дадим. Красивая, покорная. Ладно, короче, я уже это хочется не кушать, а прямо жрать. Я что еще хотел сказать? Спасибо еще раз за такой шикарный нож. Я им сегодня рубал, работал, ни разу его не подводил. И смотри... Да хватит уже. Я не для тебя. А для кого? Я вообще с тобой отказываюсь работать. Ты сильно очень умная. Правильно говорю? Как мужик? По-русски сказал. Поняла? Помалкивай и снимай, пожалуйста. Да не, я не для тебя, а для людей хотел показать. Блин, что это за сталь, я не знаю, надо почитать в интернете, но это таки праздник, смотри. Ты, может, на свидание собрался куда-то сходить? Он не просто тупо бреет руку. Да я смотрю, что он так разошелся, что он сейчас это оттуда доберется. Все, стриптизеры пойду. Оближи теперь. Они же там не волосатые. Короче, друзья, я целую души с хорошим настроением. Для вас готовили старинную вкусняшку. Ай, как, да? Мастава. Салам алейкум, брат. Алейкум ассалам. Все. Чего я вам желаю. Всем пока-пока. Чао.